Эй, всем привет, Майнкомрад, с вами Куки и Пинки, и сегодня, ну, немножечко разнообразия, отвлечемся, так сказать, от навала новинок и прочего, и вернемся... Боже, да когда же это вступление закончится? Хорошо, выбираем агента. Ну, мне нравится вот этот кореец. Так, окей, так, сейчас надо вспомнить. Ага, все. Подключил другой пад. Ну, такой по типу PlayStation-овского. С Xbox, с падом от Xbox здесь почему-то не очень удобно. А вот с этой штукой очень даже. Так, честно говоря, сразу признаюсь, я эту игру ни разу целиком не проходил. Поэтому дальше... Наверное, первых двух уровней я и не узнаю, что здесь происходит. Так, ух ты, что? Зачем ты пушку сменил, дурак? Что тут, дурак на той же, что ли? Фух, ладно, хорошо, они тормознутые. Кстати, мне здесь прикалывает еще то, что, блин, можно мазать на полметра влево-вправо, и ты все равно, блин, попадаешь. Капец. Ладно, окей. Так, воу. Сейчас мы как Клинт Иствуд. Что произошло? Блин, этот комментатор меня прикалывает. Handgun connected. Ой, пошел вон, а. По-моему, чувак здесь застрял. Так, а кто знает, как стрейфиться? По-моему, стрейфиться... А, стрейфиться на X, все, окей. Все, сейчас. Все, главное разобраться. О, да что ж вас так уродов здесь так... Что за хрень? А, у меня патронов мало. Окей, но у меня же есть дробайден. Дробайден всему голова. Вообще? Что за хрень? Так, что вы бежите? Сколько я вот вообще видел народ, кто играл в эту игру, не знаю. Все жалуются, что здесь по факту врагов не видно, и их можно увидеть только по карте. Не знаю, может быть, это на оригинальная сеговская картинка так хреновая, мягко говоря, но... Я вот даже сижу в очках, которые все затемняют, и я все равно вижу врагов вдалеке. Где-то... Чувак, ты куда побежал? Да что я? А, вас тут двое даже, уродов. А, вот я сейчас на карту, кстати, не смотрел. Если бы я посмотрел, я бы второго не профакал. Пошел вон. Сейчас за этот первый, так сказать, плейсет я постараюсь пройти, ну, не знаю, карт несколько. Классно здесь загрузка карт. Так, хоп, все перерисовалось. Так, по-моему, здесь два мудака будут или три в коридоре. Ну-ка, пойдем в правый. Еще есть такие? Слышь, Вася. Так, они вот здесь где-то должны быть. Да, вот они. Двое, трое. Вот он, третий пошел. Все, ништяк. Сейчас четвертый. Вот жопа. Чувак, ты куда? Че как? Ребятки, че? Блин, они бегают как в тире, елки-палки. Идет сюда. Так, по-моему, здесь право. А, во-во-во, идут. Двое. Черт. Не. Да что ты будешь делать? Во. Окей, все, сейчас пристреляюсь. Я так понимаю, в таких комнатах они обычно расставляются вдоль стенок. Сейчас надо попробовать как-нибудь в соседней комнате их, не знаю, затралить, что ли. Пошли вон. Да, точно, они вот строго ребятки, что их много так? Окей. Ау,
Ребятки, отсюда я пришел. Нет? Или я не отсюда? Окей, ладно, предположим, что я пришел отсюда. И предположим, что я вылету сюда. Ой, ну конечно, да, да. Отвалите. Ну, карты на самом деле, конечно, здесь не такие жопные, как в том же Wolfenstein 3D. Ой, пошли вон. Холстый волк. Окей. Сколько у меня агентов есть? У меня есть раз еще, два, три, четыре. Еще четыре агента на слив есть. Окей. О, кстати говоря, пушки-то сохранились. Все, вот сейчас надо сообразить. Ёшкин, так вот та дверь, похоже, и была выход. Вот я дупень. Ну, все равно вульфики запутаннее как. Ой, да, шли вон все отсюда. Ой-о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 й. Ну да, на Клинта Иствуда я, конечно, не тяну. Ау? Ребят, он, я так и знал, что они все слева. Ай! Сволочь! Давайте, выходите. О-о-о-о-о-о, правильно, правильно, правильно. Все в ту сторону, ты тоже туда. Молодцы, ой, молодцы, ребята. Так, стоп, где он? Вот он. Да что ж это вас так много? Ура! А-а-а-а-а-а-а-а! Лоу! Я теперь, кажется, понял, почему я только первые две карты знаю. Окей. Да. Пошли вон. Сволочь. Ой, красавцы, как все сбились в кучку. Давай, 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 давай. Оп, ребятки. Фейс-контроль. И вы его явно не проходите. Все, все, сейчас без лишних. Ах уж. Свинья. Я ваш сервер шатал, а. Ну да. Скоты. Это просто сборище скотов. Так, ты все дохлые вроде. Ну я на... Ну нет, конечно же, не все. Где отсюда? Так, вот вижу какого-то уродца. Где? Вот кто-то еще. Да, дальность видимости, конечно, небольшая, но все-таки видно. Так, все, 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 все. Сейчас надо вот здесь заправиться. Да, есть. Так, 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 так. Аптечка. Да, аптечка мне нужна. Все, вот здесь, по идее, уже должен быть выход. Вот прямо тут. Ребятки, вы не кусайтесь. Вот, все, вот сюда прохожу. Так, где-то тут? Ну, пожалуйста, пусть это будет выход, пусть выход, пусть выход. О, спасибо. Мне нужно было слить три агента, чтобы попасть в место, которое я прошел 5 раз. Спасибо. Очень ценю это. Вот да, фаталити. А, блин, это меня наоборот поджарили. О, на нафиг, я его в рукопашку подцепил. Все, давай. Опа, невидимый Пинки попался тут. На нафиг тебе, скотина. Тьфу, пошла рукопашка. А, не-не, туда я с рукопашку не сунусь.